Всем добрый день из Батуми. Хочу сделать небольшое сравнение Батуми и город в Челябинской области. Я недавно оттуда вернулась. Такую небольшую нарезочку сейчас вам сделаю. Также хочу вам показать, что вот такие тренажеры установлены по всей набережной. Можно прийти и позаниматься. Если кто-то знает, что это такое, напишите, пожалуйста. На навес не похоже. А что это еще может быть, я даже не знаю. Синичек кормит. А это дом ветеранов. Да? Ну что-то такое, в общем. Раньше это был дом ветеранов, сейчас тоже, наверное. И да, это дом ветеранов. Типа гостиницы у них там. Послушайте, как снег под ногами хрустит. В Батуми такого нет. Смотрите, как холодно. Сегодня минус 14. Но такой мороз сухой-сухой. Поэтому он переносится очень легко. Но машины все одеты, как валенки. Да, люди в валенках ходят, представляете? Когда бабуля здесь выходит посидеть на лавочке, они вот такие газетки стелят, потому что холодно. И сидят, болтают. Здесь можно узнать все новости. Такое. Мама, что ты творишь? Смотри! Thank you.